Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дракону Садники Олуха. 13 день и 325 бабочек я забираю. Бабочки, как говорится, в животе. Бабочки в животе, зашибись, сказал. Ну, это что такое? Это непонятно, что такое. Какие-то карты выпали нам, для чего они нужны? Не знаю. Так, ладно, забираем с тобой ресурсы. Все, что только есть у нас. Так, и сразу же, наверное, мы отправляем их дальше на поиски. Так, этот у нас рыбу принес. Отправляем его за древесиной. Так, с этими охламонами давай тоже разберемся. Так, что мне тут дадут? Дают мне вот это вот яйцо. Не нужно оно мне, конечно. Опускайтесь ниже. Вперед, как говорится, из песней. 18 часов. А, это он у меня на прокачке, что ли, находится так долго? Так, здесь что у нас? 10 рун. 10 рун. Ребят, советую посмотреть вам серию по растения против зомби герои. Как я там наполучал. Я уже психанул. Ну, вроде бы сейчас остыл немножко, отдохнул. И, наверное, все-таки еще партийку зарубашу. Я должен выиграть. Я там сказал, что не буду заканчивать на проигрыше. Но ты посмотришь, ты поймешь. Никаких нервов у меня не хватило продолжать игру. Просто так вообще, как будто все специально против меня сделано было. Ладно, надеюсь, ты посмотришь и поймешь. Так, что, мы, наверное, пойдем сейчас защищать Олух сразу же, я думаю, да? Начать. У нас, кстати, 70 уровень флота. Против вот таких вот мы с тобой будем сейчас воевать. К бою. Слушай, хотелось бы, конечно, победить. На самом деле. Ёх, ты посмотри, какой у него флот. Вы серьезно, что ли? Я, конечно, все, друзья, понимаю. Но не настолько же, блин, зверствовать-то. Давай, да заплевываем. Так, мне, наверное, пригодятся сейчас. Вот этот вот корабль надо уничтожить. А чё я сижу-то? Блин, мне не хватает. Выплескиваем. Так, где тут у нас? Вот вредный какой корабль. На! Ребятушки. Давай этот уничтожим. Так, тут... Блин! Ай-яй-яй! Ключик один отняли у нас, друзья, к сожалению. Но мы запинаем этот корабль. Ну, один ключ, к сожалению, конечно, продинамили. Ух... Ну, главное все-таки то, что мы здесь победили. Два ключа. Сейчас будем открывать. Ну, там что у нас? Ресурсы в основном выпадают. Рыба, древесина. Сегодня будем события проходить. Так что не забывай об этом. Заберите свои награды. Опа, шестеренки. Слушай, нормально. 28 шестеренок. Я считаю, что это круто. Ну вот, а теперь без зубика я буду отправлять... Не в приключения, мне нужно отправить его на поиски. На поиски топорика, ребят, мы же ищем топорики. Вот эти вот. Все никак мы их не можем найти, почему-то. Не можем... Что это у нас там такое? Какая-то ошибка там, видел? Была сбоку. Так, ну что, здесь вроде бы все. Ты у нас тоже давай отправляйся за рыбой. Водорез, ты не отдыхай. Посмотрю, там притулился чуть-чуть, да? Расслабление он себе решил сделать. Давай за рыбой. Ты у нас тоже, пожалуй, за рыбой полетишь. Ты за рыбой. Всех за рыбой. Этого за древесиной. За древесиной. За рыбой и за рыбой. Кто еще у нас тут? Так, тебе за рыбкой. Буйволорд. Так, ну у нас вот здесь еще, да-да-да. За рыбой лети. Так, новая способность. Сбор древесины. Он уже у нас будет собирать древесину.
Ну и что же нам здесь выпадет? Я тебе говорю, сейчас по минималке дадут нам, скорее всего, железо. Нет, они предпочли мне дать... Ты понял. Загадочный набор. Ты ужас, костолом, водорез. То есть, как ни крути, железо мне не дадут они. Да? Я опять их в приключения отправлю. Так, нам еще нужно дофига, да, по-моему, сколько там? 350. Нам еще надо очень много железа. Если честно. А ты что прохлаждаешься, я не пойму, а? Лети, обучайся, будешь титаном у нас скоро. Будешь у нас скоро титаном. Здесь вроде бы все, да, получается? Лети. Ну что, давай открывать паки. Загадочный бесплатный пак. Громль, кревет, экзотический шепот. Ну и сам понимаешь, тут все вот эти вот ресурсики. Маленечко, но тем не менее. Так, опять монеточки. И сам пак. Чудовище, шторморез, крылатый ужас. Вот так вот. Все, здесь мы что могли насобирали. Так, теперь давай драконов наших проверим. Чешуйка плюс тусклый янтарь. А ты что нам принесешь? Листочек и опять же тусклый янтарь. Отправьте легендарного дракона на поиски. Да, отправил я уже. До конца сезона 6 дней. Ну, я в курсе, что мне. Пишите. Ребята, 5700. 5700 бабочек у нас. Маловато, да? Нам хоть на что-нибудь хватит, например? Нам даже вот на этого не хватает. На шелкопряда баяны. Ну, так на блестяшку нам пока хватает. Ладно, еще есть время. Может быть, успеем что-нибудь поднасобирать. Так, блестящий янтарь. 4 штуки я забираю. На заказ есть. Все вроде бы здесь, да? С этими мы разобрались. С поисками, с драконами. В магазин мы зашли. Так, пак. Пак. Давай откроем. Здесь шепот смерти, ужасное чудовище, водорез. Все, я активировал следующий, ребята, пак. И теперь мы идем на события. Это стремительный против свирепых. Я вчера еще вечером хотел в них поиграть, ребят, но... Я просто вырубился. Я уснул. Понимаешь? Я так сильно устал. Ну, после смены, сам понимаешь, да? Я просто... Пьюх, без задних ног. Вот. Так, ну что, я начну, наверное, с этого. Скажи, я скажу. Со змеевика. Да, наверное, так будет правильнее. Змеевик в первую очередь. Молочек, скрита его зашваркал. Ну, а теперь вот этот вот сородич. Клывокрик, или как там? Ну, ты понял, клывокрик. В общем, он сородич, одним словом. Так, громобой я пока трогать не буду. Я вон пойду с Дагуром разберусь. С ним, наверное, все-таки. Мне как-то сподручнее пока начать. Оп. Усанул. Так, ну это громобой, конечно, тоже еще тот паршивец. Но здесь мы пройдем без проблем. Понижаем здесь защиту. Так, против... Это значит, у нас свирепый, да? Все, вырубили. Ну, вот оно и колесо. Опять куда-то звук исчез. Нифига себе, триплоуда мудрости. Обычно, друзья, когда такая штука происходит, триплоуда или там два, да хотя бы даже один, это тебе тонко намекает, парень, не расслабляйся, впереди будет жесть. Так, слушай, вот этот поединок проходим, и мы заберем с тобой вот этот неплохой пак. Это пак плеваки, насколько я помню, он очень богат ресурсами. Так, первая волна, звука ни шиша нету. Только вот такие вот шелесты у нас остались. Ладно, ничего, попробуем сейчас мы с этими свирепыми. А, кстати, у нас... Ага, у нас между шустрыми, точнее хитрыми и свирепыми, да?
честно говоря, как бы баланс. То есть на равных мы, да? Вот если бы мы с тобой взяли бы шустрых, вот тогда бы, да, мы могли бы, ребят, с ними быстрее разбираться. Но шустрых у меня нету. Точнее, они есть, но они не прокачаны. Так, не надо фризить, пожалуйста. Вот так вот, кстати, сегодня вот, когда я черепашки снимал, вот так же начало фризить, и потом почему-то, ребята, зависло окончательно. Я вроде бы как сохранил запись, ну, остановил ее, и решил перезайти в игру. Перезашел в игру. А когда начал смотреть видосик, он, ребята, просто не запустился. Видимо, какой-то глюк, сбой в ОБС-ке произошел, и она просто не записалась. Это вот обидно. А сегодня я еще раз говорю, ребят, я и в ПВЗ говорил вам об этом, и здесь повторю, что буст был просто замечательный. Такого буста уже давным-давно у меня не было. Так, у нас очередное здесь колесо, и выпадает опять плод мудрости. Да что ж такое-то? Сегодня день плодов каких-то. Так, а вот и пак как раз плеваки. Забираем. И переходим на следующий поединок, после которого мы получим 100 рун. А награда высшая, ты видел, там какая-то радуга. Я так понимаю, это, наверное, на территорию может быть устроить. Блин, без музыки. Наверное, после вот этого поединка я лучше перезайду, потому что я не хочу, чтобы на Босяцком у нас, сам понимаешь, да, что может быть, какой-нибудь очередной вылет. Я не особо этого хочу. Так, давай, да какой ты там добьешь его, ё-моё, добьет он его. Вот. Так, скала сейчас будет разбег свой делать. Ясен перец. Как же он без разбега? А мы понижаем ему броню. Барсик, хоп-хоп. Сейчас он, наверное, опять. Ага, вот он решил поменять, да? Свое мнение и пошел на барсика. Ох, а тут их уже трое. Тут их уже, оказывается, трое. Блин, вот этот, конечно, паршивец-то мощный. Но я все-таки кревета попробую вначале забомбить. Громобой, понятное дело, тут кусается этот. А вот этот двойной укус будет делать. Мне не нравится, что он тут в себе позволяет. Раз. Так, хорошо, что он промахнулся на втором укусе. Сделаем вот так вот. Добиваем. И здесь тоже добиваем. Замечательно. Лучше, ребята, и придумать нельзя, как у нас сейчас тут все выходит. Ну что, до свидания. Но он красивый, он лучше, мне кажется, выглядит, чем обычный скалотряс. Не, серьезно, что-то, ребята, неладное сегодня. Ты посмотри, у нас только плоды мудрости выпадают. Забираем 100 рун. И, друзья, наверное, я все-таки перезагружусь, потому что тут уже Босяцкий недалеко, и я не хочу, чтобы игра вылетела. Так, друзья, продолжаем проходить события. Тут осталось шиш да не шиша, всего лишь два поединка. Переходим на мини-боссика. На мини-боссика. Так, здесь... Ну, я, наверное, начну вот с этого. Как по мне, он, мне кажется, более свирепый, чем остальные. Ну-ка. Сейчас бафаться будет, да, скорее всего? Ясен перец, бафаться будет. Так, у нас 9. Что мы сделаем? Добивать? Да, добивать. Терпимо это. Это терпимо. Естественно, сейчас будем его бомбить. Игра тут мне надавал плюшек. Думает, что я его буду так просто прощать? Нет, конечно. Опа-на. Ты посмотри, он не попал по тебе, барсик. Ты счастливчик, ты везунчик у нас. Киляемся. Фулл ХП, ребята, но радоваться рано. Сейчас кому-то прилетит. Сейчас кому-то из них прилетит. Кому? Шторморезу. Ну, мы за него отомстим, понятное дело. И переходим на последнюю вторую волну. Здесь вот у нас. Два кревета, ребята, два креветушки. То есть, как бы... Не хотелось бы, чтобы кто-то из них сделал свой суперудар. Лучше пускай этот сделает свой разбег, чем вот он или он будет бомбить электричеством. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Даже, скорее всего, сейчас придется, наверное... Да, придется тратить грушу. Лучше потратить грушу и сделать вот так, чем просто простоять.
Но сейчас будет больно. Сейчас он сделает суперудар, да? Нам повезло, ничего он не стал делать, но он усилился. Он усилился, это тоже, знаешь ли, не хухры-мухры. Сейчас мы будем его брать, так сказать, в котел. Я думаю, ты понял, да? Хотя тут уже котла никакого не надо. Все, мы его забомбим. Я думал, слепоту повесить на него и потом запинать. Ну, видишь, тут все и без этого обошлось. Ну что, колесо очередное. И дадут нам... А, рыбу. Я думал, что загадочный пак. Но нет, нам просто дали рыбу. Ну и вот он, последний, друзья мои, поединок. Это Босяцкий. Что-то мне подсказывает, что Босяцким будет либо кревет, либо скала. Кто-то из них. Так, ну что, начнем, наверное, с громобоя. Начнем с громобоя, закончим. Блин, или кревета надо было бомбить. Как тут правильнее сделать-то? Это же у нас капкан стальной? Нет, нет, это не то. Обознатушки-перепрятушки, да? Вырубили. Упс. Не надо. Вот этого делать не надо, парень. Какого лешего ты тут? Если я хильнусь, он же потом звезданет, да по полной программе, да? А если я не хильнусь, он тем более звезданет по полной программе. Но кусь-кусь. Кусь-кусь. Так, змеевик созрел. Что он будет делать? Ты видишь, что он сделал? Он взял две энергии у меня отнял, как раз, которые мне нужны были. Блин, это же еще только первая волна. Фиг ли я расслабляюсь-то, а? Ух. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Это необходимость, ребят. Это не понты, это просто необходимость. Ух. Ну что, я думаю, наверное, вот так сделаем, да? Его в первую очередь распетрушим. А вот с этим разберемся позже, чуть-чуть. Да, разберемся попозже чутка. Ты посмотри, а? Эй! Не надо вот этих вот. Это я так специально делаю, ребята, чтобы уничтожить и захилять. Так. Ну. Добей, молодец, красавчик, добил. Но этот-то поганец. Вот так вот я сделаю. Все, теперь можно, ребята, расслабиться. Не, он, конечно, будет сейчас бомбить, базара нет. Блин, тем более он усиленный. Бомбашит. Давай я, наверное, проигнорирую пока. Я хочу его взять в слепоту. Мне кажется, так будет вообще топово. Просто берем на него, вешаем слепоту, и теперь этот парень никуда не денется из наших мощных, так сказать, лап. Тут главное не спешить. Что там гремит, скрипит, блин? Ездит. Блин, просто при закрытой форточке, ребята, а при закрытом окне душно. Жарко. Ну что, докусно? Все, друзья мои. События прошли. Так, крутим колесо и забираем с тобой 262 миллиона рыбы. И супер награду, какую-то радугу. Это радуга. Ну, так, призы отправлены на почту. Так, давай, начинаем с загадочного пака. Монета Одина, это понятное дело. Громолька, столом, водорез. Кто? Громоножка, блин. Почему-то постоянно тут выпадает нам громоножка. Отпускаем. Второй. Так, новое изваяние. Ага. Давай-ка мы его куда-нибудь. Слушай, а смотрится прикольно. Блин. Да, вот его. Вот здесь, пускай стоит. Ага, ну туда не помещается. Вот сюда, наверное. Вот такая, ребята, у нас маленькая будет радуга. Там, скорее всего, лепрекон где-нибудь живет. Маленький.
Так, ну и забираем сокровища плеваки. Рыба, рыба, древесина, руны, ледыха. Кстати, ледыха у нас уже такая 100% где-то... Где-то я видел ледыху эту. Вот она. То есть у нас две ледыхи, не знаю зачем. Но пускай будет, ребят. Пускай будет. Так, найти шлем викинга. Вон он, ныкается где. Этот шлем. 609 рыбы. Значит, я могу... Слушай, подожди, а давай-ка мы, наверное, с тобой пак попробуем заюзать. Который за... Что нам нужно? Нам нужна древесина. Попробуем получить. Так, 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 так. Итак, о, 750, ребят. Отправляем мы с тобой шепота. Пускай летит. Так, и у нас есть еще рыба. А вот этого мы, наверное, отправим... Да, мы отправим его. Сколько там, 70 штук. Блин, не хватает. 686 нужно. Ё-моё, что будем делать? Тут у нас только лишь древесина. Так, хорошо, давай подумаем. Кто у нас еще очень из наших ребят носит железо? Задание какое-то выполнил. Так, задание. Получить. Блин, я ведь точно знаю, что у нас кто-то носит приличное количество железа. Вот только кто именно? Это не то. Тут всего лишь 37, но это у нас ветрокрыл. Это у нас ветрокрыл. То есть получаешь только ты? Лети. Так, друзья, ну что? А на сегодня у нас в драконах вроде бы как все. Будем ждать нового события. Соответственно, будем заходить в игру. Соответственно, друзья мои, играть, драться, бороться. Все, что мы, короче, любим. Собирать ресурс, ресурсы. Тайфумеранг, Тайфумеранг, ну-ка вернись. Я тебя опять отправлю. Вот, так, ты у меня будешь? Будешь. Давай, пока там место у нас есть, я могу, ребят, себе позволить отправлять их все. Больше мест, к сожалению, нету. Ну что, друзья, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!